Супер. Платья есть. Да. Вот какие. Ну-ка я. Ну-ка давай посмотрим. Может, что-нибудь. Да, немножечко. Так, а я... Мне нравятся расцветки. Яркие такие, жизненные. Кстати, неплохо. Сколько стоит? Экстра ларч. Экстра ларч. Перфект. Качество хорошее? 150. Ой, блин. 30% скидка. Ага. Сейчас зайдем в магазин, где этих кошечек мы видели. Магазин открытый. Сейчас посмотрим, если что за цены у них там. Сейчас посмотрим. Вот они, кошки. Ребята, я купила. Покажу потом. Потому что мне хорошо упаковали. Да, я потом покажу. Открою. Ой, Света, давай камни посмотрим. Мы подошли сейчас к магазину, где все изготовлено из молочной продукции, от этого, как козьи, бараны всякие. Вот, написано, что из этого сделано. Вот. Цены вон там, я не люблю. А, вот тут всякое мыло и мороженое. Интересно, интересно. Снова. Малика у нас не обедала. Сейчас ходим где-нибудь посидим. Мы, может, какой-нибудь аппетайзер со Светой разделим, а Маликушка пообедаем. Она отработала все. Как нам нравится, мы так наслаждаемся здесь. Это что-то. Так хорошо. Зеркало. Ночью никого не душили? Нет! Так зато мне такой сон прикольный приснился. Какой? А, телефон еще светит. Я молодая. Я прям вижу себя молодой. И какой жених у меня, да такой шустрец, да санитица из семьи, да быстро познакомься. А главное, рыжий. Рыжий, я рыжий вообще никогда не любила. А это прям рыжий шустрец такой. У тебя потому что новые часы, у меня что-то вот так вот было. Не можем найти с этим телефон. Да ёшкин кот. О, рядышком где-то. Сумка. Мы, знаете что, мы вчера, когда заехали сюда, мы так подумали, что дом старый, старинный, сколько мы столетий, что обязательно или какие-то привидения, или домовые должны быть. Я говорю, девчонки, перекреститесь на ночь, чтобы вас, не дай бог, не душили, ничего. Я так спала крепко, что я даже не почувствовала, может, меня и душили, и все, что хотели, делали, а я и дрыгала. Меня любили. Знать. Я и говорила, что я спала, как убитая. Ну что, готовы, красотки? Да, куда мы идем? Таблеткой давится. Ой, как хорошо, уже утром было прохладненько, сейчас тепло стало. Давай сейчас пойдем. Ой. Мы плотненько поели, да? У Света такой завтрак необычный был. Вы еще на халвы хотите подождать? Я нет. Чего? Ты голодная? Да, а дядь... Потому что мы можем подождать, о чем-то. Ну, давайте в баре тогда где-нибудь сходим. Баре. Ну, просто я думаю, если вы кушать не хотите, тогда может... А ты? Ты голодная? Я так как бы... Я могу подождать. Сейчас по бокальчику. Малькушке еще немножко осталось доработать, оказывается. Светуль, дай мне наушники в сумке вон в той. Черные, я... которые? Да. Сейчас посмотрю. Здесь. Ага. А это что такое? Че? Открой. Открой, открой. Я, кстати, хотела вам, девчонки, показать. Я забыла вам. Потому что мне Джефф сказал, что будет дожди, девочки. А я как раз купила кое-что. Это наушники? Да. О, девчонки, давайте, давайте. Давай. Наряжаешься вперед. Ну-ка давай я вот одену. Вот вы, вот так вам... Вы думаете, слышно? Давай я одену. Давай ты.
Они классные должны быть, девочки. Ой, может, надо... Она нет, вообще-то на кроссовке, надо на обувь. Ну-ка, я не буду. Ой, как бы не разодрать, девчонки. Это в дождливую погоду, когда у вас нарядная обувь. Вы не хотите намочить. Ну-ну-ну, смотрите, нет, там нет, очень нет, 100% много места. Надо на кроссовку. Да, да, да. Я еще думала, может, как культурно будет ходить по Канаде. Что, тесноватенько? Не тесноватенько. Сам главное не порви, не испорти товар. Да там такое-то товар. А ты что, продавать собралась? Нет. Слушай, ну у меня 5,5-6. Ну я свободненько получала. Ну, надеялась большой раз. Там, по-моему, вообще был один размер на всех. Ну и чё, чё, скажешь, плохо? О, какая, чё так люди не придумают? Ну, погода солнечная, не придётся пользоваться, так что снимай свитер. Не промокашка. А так для прикола можно, кстати, в школе даже держать. Extra large. Extra large, ну да. Я думала, уж в бассейн собралась ходить. Жив такой продуманный. Еще раз купи. Нет, я купила. Это я купила. А он просто мне сказал, что будет дождливая погода. Я думаю, о, перфект, как раз испробую. В следующий раз, когда поедешь куда-нибудь с Жефом, возьми, дождь пойдет. Жеф, пойдем. Давай, попробуй. Да он скажет, что это? Он их и не видел. Он еще знает, не знает про них. Ну, сюрприз. Сюрприз. Вы что, хотите черешенки побаловать? А да, 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 100%. Давайте. Я хочу сейчас этот посмотреть, вышел в прямом эфире этот. Смотрю я сейчас раздражение. 1 и 2 канал у него. Тоже сносит постоянно. Классный. Сейчас надо пойти посмотреть, пока мы лягушку ждем. И сейчас хочу бросить вообще это. Чего? Смотреть. Компьютер прям вообще лимитировать. Потому что слишком много. Мне слишком много, это я время трачу. Я даже ночью напроснусь. И рука такая. Ну-ка, что-то, какие новости. Ты серьезно? Тебе на работу вставать скоро, ты серьезно? Да заткнись, ты спи давай, отвернись. Не хочется это новость пропустить. Это уже crazy. А мне надо очень, у меня есть кое-какие планы, которые позволят мне деньги делать. Мне лучше надо заняться этим, чем сидеть и убивать. Ну, рассказывать не будем на камеру. Нет, дай бог сглазит. Да, ну, не дай бог мою идею подхватит. И такой, может быть. Да. Угу. Идем найти, где бы нам поужинать. Смотрите, увидели украинский флаг. Что это такое? Смотрите, а может, это тоже ресторан какой-то? Смотрите, я вижу напитки. Украинский флаг. Что это может быть? Непонятно. Так, мы сейчас вот в этот вот попробуем ресторанчик. Никого нет. Ну, в 5 часов должны открыться. Ну и хорошо, зато мы зайдем без резервейшн. Какой ресторанчик? Ага. А, по-французски все. Ух ты, ну как сейчас перевести? Болита. Thank you very much. Вот так нежненько такое, да, вы же красиво. Как вчера. Да. У них как будто по-другому немножко делают. Ага. Ну давайте, ну, девочки, сегодня второй день. Смотрите, мы с Гэри пошли в ресторан один раз, да? А, в этом, в Бостоне. So here we have the snow crab. Yeah, thank you. The snow crab. I think it's black pudding in English, a translation. Okay. But anyways. You try, it's fine. That's what we have. Yeah, so you have terrine here in foie gras. Okay. Mm-hmm. Thank you very much. More bread. Thank you. Okay, thank you.
Очень красиво, но такое маленькое, нам только червячка заморить. Да, дайте мне все, что я вот хочу. Это вот селедочка, это классный очень. Ну, такой. У меня вот такая посуда есть. Да? Вот именно такая. Так, сейчас я вам покажу, какой пирог. Ух ты! Ага, thank you very much. Смотрите, это очень знаменитый пирог, называется sugar pie. У них очень популярный в Канаде сахарный пирог. Я один раз ела, это было что-то супер вкусное, и я попробую найти рецепт. И может приготовить. Я нашла уже на этом. Уже, окей. Червячка, червячка заморили, недостаточно. Идем еще где-нибудь посидим сейчас. У меня, представляете, у меня икры на ногах болят аж. Ух, мы столько ходили. Дочь, цвет, продавец, который недовольный. Да, мы сегодня зашли в магазин. Да, узнала. Недовольный был. Ваши у него вещи были нам не нужны. Зачем? Все покажем. Продолжение нашей. Ужина. Ну, Аня, как питайся. Ну, знаешь, что... А пай вообще, я была disappointed. Потому что девчонкам понравилось, потому что они не пробовали то, которое я пробовала. Настоящее мы не ели. Которое я пробовала, оно не было теплым. И оно было прям вот как... чуть ли не жевательное такое, вкусненькое. Ладно, ничего, у нас еще завтра целый день. Завтра найдем его. Ага, дети, как будто ученики какие-то. Да чёр, вот тут как будто бы висели эти зонты тут или вот где-то мы проходили, и зонтов нет уже. Ну вот тут вот кофе покупать сегодня, дочь. Ну вот в этот, да, бар, девочки? Какой? Вот сюда. Музыка. Бочонки.